Ребята, смотрите, что у меня есть. Это одна из хотелок, которую осуществил. Очень и очень классный набор от мини-арта. Шикарнейший бокс-арт и практически все, что мы видим, находится в коробке. Это и 5 фигур, мебель и кухонная утварь. Литники в одном большом пакете, конвертик с надписью мини-арт, цветная инструкция со схемой окраски и схемой расстановки предметов для создания композиции, как на бокс-арте. Таблица с перечнем цветов, а также номерами красок от разных производителей. Постеры, которые висят в доме, и мне кажется, что их можно вырезать и использовать. Не просто же так они здесь напечатаны. Схема сборки и окраски солдат и их инвентаря. Ну и сама инструкция показывает, как собрать мебель и кухонную утварь. Общий план всех литников, их 11 штук, и фототравление. Оно располагается в конвертике, он довольно-таки большой для такой маленькой платы. Всего 15 деталек. Вилочки, элементы печи, и большая часть всех деталей отводится для самовара. Приличная кучка деталей, и давайте рассмотрим их поближе. Стол с имитацией дерева, она присутствует как на нижней, так и на верхней стороне детали. Два одинаковых литника, здесь детали для стула и табуретки, и в сумме получаем два стула и две табуретки. Детали самовара. Много еды, консервы, колбасы, кусочки хлеба и маленькие ложечки. Сделаны они очень хорошо. Полые кастрюля и кружки. Целая буханка хлеба. Единственный на весь набор белый литник с чайниками и кувшином. Детали для сборки буржуйки. Труба дымохода, совок и сама печь 41 года выпуска завода имени Кагановича. Литник с дополнениями к солдатам. Два вида касок США-36 и США-40. Лопаты, фляжки, гранаты, ложки, кружки. Большой литник с оружием. Здесь винтовки Мосина, штыки, сумки для патронов. Пистолеты ТТ-33, бинокль, пистолеты-пулеметы Шпагина и сумка для магазинов. Все детали отлиты очень хорошо. Ну и наконец солдаты. Руки, ноги, голова, все отдельно. Одеты четверо в ватники, а на голове шапка-ушанка. И один командир в шинели. На этом литнике есть полбуханки хлеба с двумя кусочками. Есть возможность собрать солдат на отдыхе вне здания. Головы, их 5, как и солдат, отлиты хорошо, все разные, каждый имеет свое выражение. Мне набор понравился, много предметов, хорошие фигуры, и хочется собрать вот как он есть на этой картинке. Сделаю часть дома и буду пытаться расписывать фигуры. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем пока.